что, пойдем поджимаемся? Всем привет! Меня зовут Александр Прохоров, я думаю, меня все знаете, меня давно не было на этом канале, потому что я никому не интересен. И сегодня в рамках рубрики «Уличная тренировка» я покажу прикольную системку отжиманий, которая, возможно, многим зайдет. В сумме в этой системе выходит всего 100 раз от пола, но они не так просты, как кажется. В общем, смысл системы очень прост. Вы встаете в упор. Есть два варианта исполнения этой системы. Первый вариант. Сколько вы сделали, столько вы и стоите в упоре. То есть сделали вы один раз, одну секунду стоите. Сделали потом два раза, две секунды. Три раза, три секунды. И так вплоть до 10 раз и вниз. Это один подход, то есть вся система. Либо есть второй вариант. Вы можете сделать один раз, 5 секунд в упоре. Два раза, 5 секунд в упоре. Три раза, 5 секунд в упоре. И в том числе, то есть, когда вы будете делать 10 раз, вы будете ставить 5 секунд в упоре. И также вниз. Давай. 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 До конца руки распрямляй. Давай. Давай. Давай.
Реально? Да. Ну, в общем, вот такая вот была интересная системка. Советуем ее всем попробовать. Что самое важное в ней? В самом конце, когда вы делаете последнее повторение, если, например, у вас между повторениями упор 5 секунд, то вы делаете в конце как бы вот именно вот эти вот 5 секунд. То есть вы сделали один и еще простояли 5 секунд. Если же у вас сколько вы сделали, столько и секунд, то получается после единички вы должны простоять еще одну секунду. Это важно. Ну и теперь ты должен сказать, что если вам понравилась эта рубрика, то пишите в комментариях, мы будем снимать больше интересных видео в формате уличной тренировки, расскажем вам секреты мастеров турников. И короче, я скажу попроще. Ну давай. Делает качки по Билану. Ага.